Здравствуйте! Знаете ли вы, что такое взаимная отдача? Это когда механизм и специалист работают как единое целое. Это про наш универсальный пресс-экструдер, ведь он способен подстроиться под любую вашу задачу, быть простым в управлении и максимально продуктивным в работе с абсолютно любым сырьем. В марте прошлого года мы презентовали нашу новинку – пресс-экструдер модели PE450, который сразу же стал самой ходовой и востребованной моделью среди нашей линейки пресс-экструдеров. PE450 – универсальный экструдер, на котором мы пробуем экструдировать новое сырье и, как правило, проводим демонстрации для наших заказчиков. Его можно назвать всеядным, и это действительно так. Любое сырье на переработку в PE450 – гречневая лузга, соевый шрот, кроличий мех – и это далеко не весь список того, что прошло через наш универсальный экструдер. Мы получаем огромное количество вопросов по его возможностям и конструкции, и поэтому сегодня я хочу вам более подробно рассказать про него. Это действительно универсальное оборудование, с которым все легко. Легко запустить, легко эксплуатировать и легко починить при необходимости. В этом экструдере идеальное соотношение мощности двигателя и геометрии ствола экструдера, благодаря чему мы избегаем перегрева продукта. Оптимальные, четко подобранные зазоры в стволе между шнеком и втулкой, кольцом и шайбой. Именно поэтому работа на экструдере ровная, без толчков и пропусков на любом сырье. Неважно, легко оно экструдируется или сложно, или считается невозможным для экструдирования. По конструктивным особенностям. Мощность основного двигателя экструдера 45 кВт. Производительность от 400 до 500 кг в час. Зависит от экструдируемого сырья. Бункер оснащен смотровыми окошками, чтобы можно было легко контролировать уровень сырья. Тракт подачи сырья в ствол экструдера полностью закрыт. Нет разброса сырья, чистота на рабочем месте. И также оснащен смотровым окошком. Весь процесс работы легко контролировать и отслеживать. Помимо этого, в тракте расположен специальный магнит, который защищает сырье от попадания металлических элементов и также от приостановки работы. Гайка или болтик могут попасть в механизм. Магнит защищает от такой неприятной неожиданности. На стволе экструдера предусмотрены двухсекционные литые хомуты, термопара с байонетным соединением для контроля температуры экструдирования. Отсекатель экструдата с концевым выключателем обеспечивает безопасность работы сотрудников с оборудованием. Экструдер устанавливается на виброопоры, предназначенные для пассивной и активной виброизоляции оборудования. Шкаф управления укомплектован частотным преобразователем, с помощью которого регулируется скорость подачи сырья, а следовательно мы получаем необходимую производительность для определенного сырья. Клиноременная передача ведущего мирового производителя. Шкив с втулками Tepperbush легко снять для замены подшипника. Еще один плюс. Если сырье пересушено, его нужно увлажнить. Для этого дополнительно к нашему экструдеру можно приобрести систему подачи воды. Итак, заказав у нас экструдер PE450, вы получите комплект, в который входит экструдер с отсекателем, спецключи, секции шнека для переработки сои, воротки, гидравлический съемник, фильер. Заказывая у нас пресс-экструдер PE450, вы делаете хороший вклад в дальнейшее развитие своего производства. Ведь наши экструдеры отличают наличие сертификата европейского соответствия SE, а также знак качества 100 лучших товаров России. Ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех наших новых разработок. Наши менеджеры помогут сделать вам правильный выбор.